В медучреждениях Бишкека сегодня есть 195 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Так, одно свободное койко-место есть в клиническом родильном доме номер 2, 14 мест в городской клинической больнице номер 1, 9 в городской клинической больнице номер 6, 15 в Национальном центре кардиологии и терапии в Чуйской областной объединенной больнице, 17 в Национальном госпитале в отделении ИОВ, 20 в Национальном центре онкологии и гематологии, два места, также 18 мест имеется в урологическом корпусе нацгоспиталя, 79 в мобильной клинике нацгоспиталя и 20 свободных койко-мест есть в Республиканском центре наркологии. Также Минздрав сообщает, что дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.